Приветствую вас, дорогие зрители, дорогие подписчики. Сегодня, конечно же, в первую очередь хочу поздравить всех вас с Днем Великой Победы. Пожелать вам и вашим близким самого главного, что сегодня только может быть. Это, конечно же, оставаться здоровыми. Огромное спасибо ветеранам за то, что подарили нам свободную жизнь, которой мы сегодня с вами живем. И огромное спасибо нашим новым ветеранам, нашим новым героям. Это, конечно же, в первую очередь работникам медицины. Именно они сегодня, как и наши предки, рискуют собой каждый день, чтобы мы с вами были здоровы, чтобы мы с вами могли жить. Огромное вам спасибо. С Днем Великой Победы! Компания Bail.ru и D-Light и Пенсионный фонд России представляют Битва Подпивковичей. Судный день. Запомни, Подпивкович, тут ты. Мы с Мишаней в самом расцвете сил. Вот увидишь. Прости, Мишаня. Так, Машенька, давай вставай, моя хорошая. Умница, Машенька! Не, ну это Клауд, это... Да не контрится, сука. Папаха вообще монстр, ты чё? Да... Маша! Машенька! Умница! Маша, давай! Маша! Ах, Маша лучшая! Прости, Миш. Ах, блин, жопа. Да ладно! Позор продолжается. Это не позор, это законно. Так, извините, капитан Паника. Лёня, отдохни. Так, тихо, а ты... Стой. О, наконец-то я его убил! Сука. Жопа. Я сделал все, что мог. И бутешечка, родненький. Без обид, конечно, но я открою тебе маленький секрет. По большому счету, в этом матче ты не сделал ни хрена. Блин, ты чем-то прав. Не, на самом деле, я резал, бегал, что-то как бы, все нормально. Не самый мой лучший матч, честно, за мою киберспортивную карьеру. Но сойдет. Ну, хотя бы порезал. Раунд 2. Fight. О, рачишка, любимые мосты, здесь-то я чувствую, ты раскроешься на 102%. Лучше бы ты не напоминал, мосты это да, это моя, в кавычках, сильная карта. Ладно, как говорится, фигня война, главное маневры, правильно? Все, прорвемся, ребята, я уже прорываюсь. Главное не спешить, не нервничать. Спокойно сидеть. Твоя зарядка нравится, чтобы не заснуть, он встанет, выйдет из прицела, снова сядет, снова войдет. Да. Это чтобы не знаю, еще можно прицелом подергать, я иногда делаю. Ну так вот, чтобы как бы не залипать, а то выйдут, убьют, ты даже не поймешь. А опа, встал. Ну а если вы устали, сели, встали. Шуршат! Отвечаешь, Шуршат? Только где именно? Да ладно! Блин, хулиган-то какой. Ладно, я лучше посижу. Тихо. Так, вроде нормально. Мы уничтожили отряд врага. Вообще красавцы! Хулиганы опять музыку во дворе включили. Хватит безобразничать. Машенька, давай прогони их. Накричи на них. Да ну что ты делаешь? Нельзя так делать-то, блин, ну. Э! Сашка, хулиган. Наш отряд уничтожен. Миссия провалена. Блин, Аркутагин, даже я уже поражаюсь. Почему у тебя к турнирам такое несерьезное отношение? Что за клоунада? Да блин, ну че какие? Сами даже киберспортсмены говорят, Росла Турик, но играется как на фейсите. Собрались, блин. Ну, побегали, постреляли. Че, блин, так вообще, блин? Загоняться из-за этого. Ну серьезно, блин. Я чё, киберспортсмен, что ли? Нормально все.
Не, я на самом деле загоняюсь. Я тренируюсь, мясо катаю, дэшки катаю, РМ катаю с сильными ребятами. Я как раз тренируюсь. Но как без рофлов-то, как говорится. Без юмора никак, ребят, ну, в этом же жизнь. В конце концов, я что, профессиональный киберспортсмен или, не знаю, там, что-то типа такого? Нет, я ютубер. Причем, у меня главное юмор. Юмор должен быть, а все остальное вторично. Так, братуха, вставай. Давай. Ща мы нагнем всех, в крайнем случае нет. Ну давай, давай, блин, давай, быстрее. Давай. Да ну нафиг! Мы проиграли раунд. Знаешь, Ракутагин, я думаю, что в этой игре починят однажды все, кроме дефов. Да, кроме дефов и вагончика на депо. В 2014, по-моему, или 2015 году я еще говорил разработчикам: почините этот вагончик, блин. Оттуда можно убивать вообще, то есть тебя не видно практически. Вагончик на депо, его все знают. Из него можно убивать, а тебя хрен попадешь, тебя даже не видно. До сих пор чинят. Ну ладно, это не страшно. Сейчас самое страшное — это как бы обосраться, поэтому надо не обосраться. Блин, ну что-то у них Клауд вообще это бустит команду нехило так. Он вписался прямо в команду, вписался, молодец. Ну ничего, у меня-то пацаны вообще терминаторы. Так, Машу убили, ну ничего. Машу, если что, мы резнем. А как это Хейнс тебя не убил? Да, в этой игре забей, тут все может быть нормально. Дробь не легла, это обычное дело. Ну, Сашка хулиган, наверное. Ну, Клауд, ну ты прямо это вот, как бы, неожиданно слишком. Купидоныч, давай. Купидон — это очень сильный человек, на самом деле. Это как Клауд, он вышел, просто порвал. Сейчас смотреть, что будет. Единственная проблема — против него двое. Красава! Да, ну блин, ну это читерство просто какое-то. Сашка хулиган. Проникновение, он вечно вот врывается в чужие помещения. Так, тихо, вот так вот. Клауд, извини, брат. Фух, молодцы. Раскрой секрет Ракутагина. Он выживает, потому что бежит последним. Ну блин, Кэп, нафиг ты вообще спалил контору. Тихо. Так, не нужны мне эти сюрпризы, знаю, как они с трактора заходят. В жопу. Ну, блин, ну это как-то вообще нехорошо. Заход какой-то анальный. Тихо. Извини, Миша. Бомба взята. Так, Машенька. Граната пошла. Ага. Не, ну... Граната! Давайте, ребята. Там-та-дам. Вот что значит медик, который не спешил. Взял, всех воскресил. Так. По-моему, кто-то есть в пленту, нет? Не, показалось. Нет, точно есть! Фига себе Сашка дает! Жесть! Ты ж надо так прятаться в дыму. Как обычно я делаю. Молодцы, ребята, вообще красавцы. Машенька, давай. Так. Ой, мама. Есть что-то, отвечаю, шуршит что-то. У тебя всегда что-то шуршит. Да, всегда кажется, но сейчас реально что-то шуршит. Так. По-моему, на длине еще. Да! Ух, сила! Так. Даунхилл. Даунхилл. Пойдем. Как дал. Ну нифига себе, Михаил Петрович дает. Да, Михаил Петрович, ты... Я помню времена Dark Matter. Михаил Петрович там по минус 4 делал. Не ссы. Это он кажется, на первый взгляд, таким безобидным интеллигентом. О, на самом деле, Михаил Петрович-то... Кстати, кто не знает, пираньи у нас
в свое время, по-моему, в 17 году держал, может, до сих пор держит один рекорд в Warface. Самый высокий онлайн. Это человек, который больше всех в мире играл в Warface. Без шуток. Больше всего времени. И, по-моему, этот рекорд до сих пор за ним. Да, такие дела. Так что вот такой он пираний. Недооценивать его нельзя. Это та еще машина нагиба. Да. А, Александр Хейнс. Но мне кажется, сейчас это не прокатит. Все-таки он профи. Я его два раза подловил, но будем честны, я его подловил чисто так, он не ожидал в спину. Да, блин, я так и знал, да. Если бы сейчас это прокатило, это было бы слишком смешно. Еби! Коля, ты что творишь? Я отвечаю, вот это вот все, вот Коля, да, он может вышибатель сделать на опенкапе, штурмом там, снайпером катать, ну реально, это просто прирожденный, он... Блин, а, все, мы победили! Коля это просто супер медик, хрен, по-моему, никто тут не из профи так не играет, как он, вообще монстр просто. Так, не бутешка, давай, прояви немного концентрации, давай да, хорошо, два раунда возьмем, и все будет нормально. Я проявляю, Кая, проявляю, видишь, усиленно. Это что своих кинул? Я не кинул, Кэп, не говори под руку, я собираюсь сейчас вот, вот так делать. Купидона сейчас пойдет гнет. Давай, Купидон, давай, красава. Сейчас наши сделают дела, молодцы наши. Блин, нифига себе он лежал, я его даже среди трупов не заметил. Хитро, блин. Клауд на выдумке хитер, молодец. Ну чё, папаха, давай. Бомба установлена. Нагни. Два в один. Могёте, пацаны, могёте. Так, Купидоныч. Не зря я тебя резнул, я думаю. О, Ракутагин, кажется, я твоего побратима нашел. Он тоже любитель посидеть. Правильно делает, правильно. Наша школа, так сказать. Ну, не школа, наш стиль. Видел, да? Вот она сила нагиба-то в чем. Посидеть это очень важно, на самом деле. Так, ну блин, один раунд. Один. Один возьмем, все будет отлично. Ну что, ребятки, болею за вас. Давайте, давай. Всего один раунд. Да. Копчик, всего один раунд. Ребятки, давайте. Бомба взята. Там, там. Рам-па-пи-дам, па-да-пам. Я нагиба сегодня дам. Если раунд я возьму, то с победой я уйду. Если нет, то будет плохо. Будет, ребята, настоящая жопа. Но я бы не хотел ее допускать. Поэтому сейчас я буду нагибать. Та-та-та-да-там, я нагиба сегодня дам. Бля! Заблочили дым, сука! Ну давай, кто... Да, детка, наконец-то, Клаус! Ну, как говорится, раз в год и палка стреляет, и Ракутагин плюс играет. Есть такое. Та-та-та-да-та-да-дам, я нагиба сегодня дам. В крайнем случае нет. Хорошо, сука. Рез и дал фраги. Вот. Что хочу сказать, леди и джентльмены, другие подруги. Огромное спасибо нашим соперникам за игру. Было действительно, блин, плотно. Что на второй части половине первой карты, блин, активизировались просто супер. Что на второй карте? Мне кажется, просто каких-то вот чисто традиционных моментов им не хватает. Что касается самих игроков, да блин, просто это, я не знаю, вообще никаких вопросов. Что Паника, что Клауд, это просто машины. Миша тоже, блин, офигенный люркер, серьезно. Миша в спину зашел, минус 2 дал, дабл килл, короче, наша команда легла. Так что, я думаю, они могут собраться и могут начать свое победное шествие. Так что, удачи вам, ребята. Моим бойцам вообще респектос, просто Коля, что ты делаешь? Это вообще незаконно, Коля, забанят, полегче. Все молодцы, все красавцы, всех обожаю. Вот, и кстати, если данное видео вам понравилось по каким-то причинам, то ставьте лайки. Ну, пожелания чисто, как хотите. Яйки чешите, это обязательно, яйцо почесал. Просто сразу все пошло как надо, да?
Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами.